Приветствую вас всех. Мы возвращаемся в суровую средневековую жизнь. Наша мадам получила опыт на что-то. Беремчатая ты красавица или как? Работник достиг нового уровня. Журнал зданий. Нам не журнал зданий, нам журнал заданий нужен. Отчет о торговых путях. Получите титул землевладелец. Самое время получить новый титул. Титулы ваш, который раскроет перед вами дополнительные возможности. Титулы определяют ваше место в социальной иерархии, дают новые привилегии, действия и возможность построить больше экономических зданий. Щелкните по значку «Книга навыков». Первый значок в верхнем левом углу. Левый. Книга навыков. Список титулов. Щелкните по книге «Получить титул». Нет наследника. Так. Получить титул. Подтвердить. Раньше надо было в ратушу ходить. Простолюдин. Закрыть. Count your blessings. Your tireless efforts have earned you a new title. Commoner. Щелкните получить титул землевладелец. Землевладелец. Ну, в общем, два титула мы должны получить. Закрыть. Подстегнуть работников два раза. Новый титул позволяет использовать действие подстегнуть работников, которое увеличит эффективность труда работника. Выберите своего персонажа. Щелкните по категории «Династия и закон», «Здание» на панели действий, выберите «Подстегнуть работников». Выберите одно из своих зданий в правой части инфекции. Ох, блин, как же. Выбрать персонажа. Выбрать персонажа. Уволить работника, нужды, запросы, нападение, защита, уловки, хитрости, династия, законы, задания. Рекламировать здание, тренировать силу, тренировать харизму, уйти в монастырь, тренировать внимание, тренировать ловкость. Мы же сказали в законе. Подстегнуть работников. Два дом простолюдин. Так. А потом надо выбрать одно из своих зданий. Отправиться на рынок. Открыть меню здания. Выбрать кого-то из работников. Ладно, мы лучше побежим туда. Так, вот он пошел подстегивать работников. То есть мне просто надо было выбрать здание, он пошел кого-то там. Не захотела со мной крутить шуры-муры. Ай-я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 й
Вот я на здание навелся, и он опять пошел там натыкивать. Ты там не стой в соблазнительных позах и ножом мне не угрожай. Я тебя не боюсь, я твой хозяин, я тебе плачу. Понимаешь, я тебе плачу. Ты только благодаря мне живешь. И что ты там за сатанинские знаки читаешь? Ты дом будешь строить? Ты дом будешь строить? Ай-яй-яй-яй-яй. Вот как сдам я тебя инквизиции. Вот как сдам. В общем, наругал.
Чтобы открыть новое здание и произвести новые предметы, вам требуются новые навыки. Щелкните по значку «Книга навыков», «Перейти в ремесло». Откройте навыки «Мастеровой 2» и «Металлообработка 1». Для следующего требуется титул «Горожанин-горожанка». Перейдите в вкладку «Социальные навыки» и откройте «Чистолюбие». Розбук. Это не книга навыков. Семейное древо. Книга навыков. Книга навыков. Социальные навыки. Чистолюбие. И 50, ну это типа репутацию, походу, да? Ремесло. Ремесло 1. Требования к крепостной 500. Рост. Влияние, у меня влияния хватает. Мастеровой 1. Чарное дело. Медник. Ученый. Так, погоди. Вкладку мастеровой 2 и металлообработка. Вкладку ремесло. Медник. Анчарное дело. Мастеровой 1. Мастеровой 2. Подтвердить. И металлообработка. Титул надо приобрести. Так, а где я титул приобретал? Книга навыков, готовка, социальные навыки. Тревожность, честолюбие. Крепостной, простолюдин. Селянин. Получить, ну то есть мне сейчас, наверное, все деньги, нет, мне деньги хватает. Горожанин. Бюргер. Ну, могу и бюргера получить. Так, ремесло. Подтвердить. Так, чтобы достигнуть успеха в гильдии, вам потребуется несколько экономических зданий. Советуем создать несколько источников доходов и постоянно увеличивать вашу власть. Построить новое здание, например, литейную. Переименуйте, если захотите, выберите место. Раздел обучения, возведение зданий. Так, построить новое здание. Построить новое здание. Так, город. Лазарет. Давайте доступный. Амбар. Литейная. Подтвердить. Ох, ё. Ох, нифига себе. На свободный участок на улице в районе города. То есть я уже горожанином становлюсь. То есть мне не тут, это пригород был. Вот мне надо найти место в городе. Какие-то руины стоят. А вместо руинов я могу. Ну да, вместо руинов могу. Вот мы и переезжаем с Милой в город. Возможно, нам потом скажут, надо построить дом в городе. Пока вот он тут у нас тусуется, рекламировать здание, а похвалиться. Можно тренироваться. Можно мудрость тренировать, внимание. Тренировать харизму. Ладно, там возможно кого-то тренировать. Так, стопаемся. Улучшайте свои навыки, чтобы получить возможность производить другие более ценные предметы. Чтобы выполнить это задание, вам нужно изменить производимые товары. Добавьте к
кинжалы, трепежи, список заказов. Чтобы ускорить прогресс, можете отменить предыдущие заказы. Не забывайте, что члены вашей семьи также могут работать в экономических зданиях. Так, я хочу вообще-то посмотреть на нашу литейку. Так, серебро, железный наруч, серебряная цепь. А, что я мучаюсь, они сами все будут делать. Автоматическое производство. А мне надо вернуться в наш кнут и пряник, судя по всему. Новая рукоятка. Метательный нож. Репёж. А почему? Оно у меня серым подсвечено. Так. Крепеж и кинжал. Свои навыки. Книга навыков. Ремесло. Молоток, портной. Наука. Мошенничество. А, ну, то у нас и так получается. Ремесло. Вставляет медный браслет, деревянный щит, прочная защелка, масляная лампа, швейная мастерская, кольчуга. Портной. Ремесло. Гончарное дело пошло. Медник пошел. Крепеж разблокирует. Продажи на рынке, два железа надо. Возможно, надо вручное. А, ну да. Поотменять. А, вот крепеж уже был. Так, все. К сожалению, мы войти в наши мастерские не можем, а раньше было можно. Ну что, ускоряемся. Женушка затаскует, пока я работаю, весь занимаюсь. Еще гулять начнет. Там что-то бегают, ругаются, дерутся, судя по всему. На нас, слава богу, пока не нападают. Так. Кинжалы произвели. А крепеж почему? Сырье железо. Непонятно. Лавка. Расширение.
professional level. A severe snowstorm was raging in the area. С профессией никаких связей нету. Ваше семейство растет. Нам, мы счастливые родители. Урмгард. Какой Урмгард? Володя. Производство. Требования. Цена продажи. Сырье железо. Понятно мне. Зима настала. Надо хоть жену пойти обнять. Это и затавливается. That won't take long. И что ты затавливаешь? Нет. Зима настала. Пока он решал, что с женой делать. И не является членом вашей семьи. Зачем нам такие пошлости? Certainly. Let me tell you something about this fine person. В общем, кому-то жопу лезу. Home time. What's that? Так. Good. У тебя жену погнал. Good. Отправить домой. You wanted to talk to me? Так. Сила, ловкость, мудрость, все, мы потратили. Про профессиональные навыки, ничегошеньки. Чувак, выйди из дома. Холодно, поздно. Я их могу прокачивать, по идее. Уровень. Ладно, пока заданий таких не дают. Можно же было раньше самому заходить в мастерскую и там что-то делать. Рабочее место у него дома. Ладно, ускоряемся, пока ж тут ночь у нас. Будем зарабатывать очки репутации, почему? Влияние.
Опыт мы получили. Ага, вот. Мудрость. Крестик на обид. Чё дают, непонятно. Сила, ловкость. Боже, ты туповатый. Так, вы работаете, вы собираете. Все абсолютно один. Сила атаки, урон, защита. Железо, грубая рукоятка. Железо. Они не работают. А, блин, остановить производство. Это было остановить производство. Какой я невнимательный, какой я невнимательный. Нужно быть внимательным. И с детства они были. И били по голове. Били, били. Поэтому я теперь знаю, что нужно быть внимательным. Но не внимательным. Я шучу, конечно. Нанять наемника. Я как раз и хотел такое сделать. Ну, подожди, я должен бизнесом заняться. Поэтому авто. Авто. Либо, да? Нанять наемника. Позаботиться о защите своего аватара. Выберите действие сопровождать персонажа вашего наемника. Ну чем это? Где мой наемник? Где мой наемник? Чё он ко мне не пришел? Как мне найти моего наемника? Это кто тут? Это литейщик. Это мой шеф. Это Володя. А мне, где мне найти моего наемника? Скромное начало. Э, ты, блин, мой наемник. Вот он, мой наемник стоит, да? Рыбки. Так. Сопровождать персонажа, естественно, я должен выбрать своего персонажа. У меня появился наемник, чуваки, у меня бабла, блин, хреново тучища. Так. Мирное время осталось в прошлом. Выберите своего тара и отправьте напасть на члена конкурирующей династии. Напасть на персонажа. Купите на рынке оружие. Ну я понял, что надо купить на рынке оружие. Чувак, блин. Я не того выбрал.
чувак. Охраняй меня. Охраняй меня. Лапочку. Ласточку. Пряничка. Сладенького, охраняй меня. Так. Наш сладенький Уве. Уве. Папа Вова. Уве Папа Вова идет на рынок. Идите. Какой бой, блин. Оружие и доспехи. Длинный меч. Латы. Арбалет. Метательный нож. Щит, боевой топор. Два силы атаки, 40 урон. 65 урон. Длинный меч. Рапира. Прирост репутации. Палец. 65 урон. Кожаный доспех, конечно, мы берем латы. Так. Кольчугу мы шадеть не сможем. Короткий меч, амбизон. Ох, пистолет. Доспех 80. А, и денег у меня не останется. Латы. Теперь 250. Не. Люблю я двуручники, что поделать. А чё? У меня уже денег не хватает. 1060. 1000. Так, ого. Смотрите, какие мы благородные пацаны стали. Натурика, а? А, ну доспехах, Лансинот и Персиваль. А где наша Гвиневерочка? Так. Напасть на какого-нибудь персонажа. Напасть на персонажа. Ёмный конкурент. Так, давай малого бить будем. Министрель. Давай, малой. Уве, давай. Этот малой пробежал мимо меня. Некультурный. А что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Ля, малой убежал. Где? Давай тут стой бить будем. Да чё ты стоишь? Напасть. Малолетняя сучка, ты не захотела со мной встречаться? А. Взрослого? А, взрослого надо выйти. Перебузчик. Я бегу бить. Да что такое? Ты всех распугал. Вот так. А-а-а! Мы его замочили. Ну. Займите должность. Раньше были в этих во враждебных действиях попрошайничать, ограбить. Это честно добыто в поединке. Честно добыто в поединке.
Займите должность, став гражданином, вы получите право выдвинуть свою кандидатуру на должность. Должности дают доступ к особым действиям. Ну, в общем, нам надо стать чиновником. Ну, все это будет в следующей части. Хватит с нас мокрухи. Что-то стража нифига не прибежала, никто не кричит, что ой-ой-ой, ну потому что, наверное, обучаловка. Ну и вот на этом мокром деле мы с вами, наверное, и распрощаемся. Так. Где ж моя милая? Где ж моя милая? Закончить роман. Ну, до следующих встреч. Надо пойти поцеловать жену.